Мадонна не перестает удивлять. Эпатажная поп-дива вновь шокировала публику своим нарядом, ну и, конечно, поведением. Произошло это на престижной фотовыставке в Лондоне. Среди прочих экспонатов певица нашла свое фото в стиле Сада Маза и тут же принялась демонстрировать свою фирменную растяжку. При этом она не выпустила из рук бокала с шампанским. Заметно была пьяна артистка. Наверное, алкоголь только добавлял 58-летней певице силы азарта. Ну а под конец этого перформанса к звездной гости присоединился хозяин выставки, турецкий фотограф Мерт Алас.